Что ты ждешь от парня в сексе? Я 3 раза пробовала секс с женщинами, и я понимаю, что очень хуя не хватает, например. Что выберешь, немного любви или много секса? Очень люблю сосать. Куда кончать? В ротик, на животик, на лицо, на сиськи? В меня, да. Анал практикуешь? Мне не просто дарили айфоны, я именно целенаправленно насасывала на айфон. Пацаны нас смотрят, что делать парню, чтобы ты вот кончала с ним? Сереж, снимай. Сереж, сними. Сереж. Сними интервью. Привет. Привет. Кто сегодня с нами? Джеки. Как попросить девушку выплатить за тебя кредит, чтобы она не отказала? Хороший вопрос. Как попросить девушку, чтобы она выплатила кредит? Ну... Главное это делать в Сибетке на море. Нет. Значит, как попросить девушку? Значит, попросить. С ней надо быть в очень глубоких отношениях, чтобы она зависела от тебя морально и физически. Хорошо. Где полезать девушке, чтобы она выплатила за тебя кредит? О, везде. Как насчет везде? А сколько по времени лезать? О, несколько лет, я думаю, надо пяточку лизать. Надо лизать? Пяточку однозначно надо. Мизинчик обязательно лизать. А что тебе больше нравится, куни или минет? Слушай, 50 на 50 одинаково мне нравится. Мне нравится, очень люблю сосать. Ну, хорошо, похвально. Это знаешь, как из серии, когда мне... Я 3 раза пробовала секс с женщинами, и я понимаю, что очень хуя не хватает, например. Нечего пососать. Чего-то не хватает в этом всем. Немножко не хватает хуя. А подожди, с женщинами можно что-то клитор пососать? Не то? Ну подожди, в смысле, ну ба, нет. Ну, а как она вообще с женщинами, расскажи? Мне не понравилось. Ну ты кончала? Нет. Не кончала с женщинами. А они кончали? Ну бля, если не пиздели. Ты им лизала или они тебе? И то, и то. Обоюдно? Да. Понял. Смотри, ты говоришь, любишь пососать. Выплачивали ли за тебя мужики кредиты? Нет. Ни разу? Нет. Бля. Но мне дарили айфоны. О, неплохо. Я более того, мне не просто дарили айфоны, я именно целенаправленно насасывала на айфон. А покажи, какой у тебя. Вон тот. На какой? Последний 12 Pro. На 12 Pro насасывала? А до этого был 10X, который был там 3 года назад. А сколько сосать надо? Короче, мы вообще думали, типа, приложение целое делать по насосу. Типа, насос коины, знаешь? И там такой календарь должен быть, короче. И причем, ты можешь насасывать насос коины, и они-то там iPhone, там где-то шуба, там авто, и ты в зависимости от того, сколько ты насасываешь, там определяется, на что насос коины работают. То есть ты можешь на будущее себе насосать и такой, так, значит, айфон есть, еще насос коины остались, чуть-чуть еще пососу, будет шуба. Понял. Слушай, без лифчика входите? Что за мода сейчас без лифчиков? Прекрасно. Я всю жизнь хожу... Поставьте лайк, пожалуйста. Поставьте, пожалуйста, лайк. Я стараюсь. Я хожу без лифчика всегда. Мне мама, когда мне 14 лет было, у меня выросли сиськи, и мне мама говорит, ходи без лифчика. Потому что иначе сиськи, виснут, потому что оно, когда в лифчике, типа мышца вот эта грудная, она не напрягается, соответственно, расслабляется, и сиськи обвисают. Вот. Поэтому мне за 30, и у меня охуенные сиськи. Дети вот. Есть? Нет. Детей нет, да? Нет. Слушай, а вот мужики на сиськи смотрят? Без лифчика. Прекрасно. А на что вы, бабы, смотрите? Вот мужики ходят, на что вы смотрите? Я вообще на чувство юмора смотрю. Вот. Чувство юмора все-таки. Да, 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 да. Ну, то есть, например, я могу встретить чувака, он вообще будет ни о чем. Вот. Но если вот он откроет рот и пошутит охуенно, все, я готова уже. Что выберешь, немного любви или много секса? Первое. Любви. Такое, что я только что сказал. Ну а если любовь есть, а хуй маленький у него? Можно ли любить? Я была замужем за таким. Можно ли любить мужика с маленьким хуйком? Можно. И что? Но недолго. Недолго. Потом проходит период адаптации и все. А было такое, что прям не чувствовала ничего? У меня есть для этого история. Это не моя история, к счастью или к сожалению, одна из моей знакомой. Она рассказывала про нашего общего знакомого, на самом деле про мужа моего бывшего. Рассказывала cool story о том, как она говорит, охуительнейший просто типа секс был с чуваком. Ну. И мы такие, типа, я и еще несколько девочек, которые с ним спали. Такие, типа, в смысле? Она такая, хуй, говорит, огромный был. Мы такие, в смысле? Она говорит, подожди, это еще не все. Говорит, я, говорит, потом, как потрахала с ним, потом приезжаю домой, короче, достаю тампон. Понимаю, что я, говорит, трахала с ним с тампоном.
И поэтому казалось, что хуй огромный. Вот. А так, может, это лайфхак? Походу, да. Ну вот, я тогда не воспользовалась, а зря. Но, возможно, были бы до сих пор вместе. Если у чувака маленький хуй, а анал практикуешь? Ну, нет, не особо. Ну как, пробовала, конечно, но я не фанат. А что не зашло? Хуй не зашел. Ну, маленький же вроде был. Не, ну с теми даже не пробовала, мне интересно было. А, часто кончаешь? Почему так часто пропадаешь? Нет. А, да. А, пацаны нас смотрят, что делать парню, чтобы ты вот кончала с ним? Ну, такой лайфхак, может. Слушай, узнать, во-первых, как баба кончает, потому что есть те, кто вагинально кончает, есть те, кто клиторально кончает, есть те, кто, ну, должны стимулироваться и там одновременно. И баба должна сказать, ну, типа, вот, как именно она кончает. И, соответственно, нужно подстроиться под это дело. И, допустим, я кончаю клиторально исключительно. Типа, вот, просто так потыкать в меня хер я не кончу. Вот. А пальцами сквирт? Я, кстати, еще и пока не сквиртила, но я стараюсь пытаюсь учиться. А что останавливало? Ты боялась описаться? Ну, типа, да, есть такой какой-то момент, но я сейчас дошла до уровня тех отношений, типа, когда я спокойно могу обоссаться. Доверительно, да, обоссаться не боюсь. Вот, буквально, кстати, недавно эту тему обсуждали, поэтому забавно. Ребят, поставьте лайк, пожалуйста, если не сложно, за искренность девушки. Ссылка на стрим-канал в описании. Мы сейчас на море, это все в прямом эфире. Девушек в прямом эфире поймали. Залетите, подпишитесь на стрим-канал. Мы тусуемся, по разным городам ездим, девушки тут. И, короче, по каждый вечер по 8 часов где-то примерно стримы идут. Ссылка на стрим-канал в описании. Девчонки там такие классные. И вообще, да, всякие дела происходят. Всякие дела и там происходят. Море. Ребят, ссылка на стрим-канал в описании, подпишитесь обязательно. Девушку найдете тоже в описании. По подписке жулик доступны все девушки. А кто лайк поставил, обзор 360. Ребята, это кто лайк поставил? Вот. А кто не поставил, тому хуй маленький. В жопу. Слушай, у тебя много опыта было, ты говоришь, там с девочками пробовала, а был там секс втроем, групповушки? Нет, секса втроем не было, not interested. Ну, не заинтересована. А, ты не заинтересована? Нет. А если там, ну, два парня? Это тоже секс втроем, но типа из серии, если бы это были чуваки, которые мне в принципе симпатичны в целом и в общем, но ну типа не мой партнер с кем-то еще, то я бы попробовала. Между сисек. Типа хуй? Ну да, да, вроде тебе позволяют. Позволяют. Да, о чем мы говорили? Да, не, ну что между сисек, два хуя или один? Один хорошо, два лучше. Что ты спрашиваешь? Между сисек пробуешь? Конечно. Куда кончать? В ротик, на животик, на лицо, на сиськи? В меня. В тебя? Конечно. А ты предохраняешься как-то? Ну, да. Ну, прям в тебя? Таблеточки. Ты без презика, да, шпилиса? Да. О, по кайфу. Говорят, что кончить в попу – это любовь. Ну, конечно. А что для тебя любовь? Это очень сложная хуйня, называется на самом деле больше не любовь, а близость. Это когда ты с партнером просто вот, ты находишься в отношениях, но ты при этом позволяешь себе жить по потребностям своим абсолютно так, как тебе хочется, и вы разделяете потребности, принимаете их. И если, например, представить ситуацию, при которой вы расстаетесь, вы не разрушаетесь как личность, но вы, короче, вы остаетесь личностью не разрушенной, не травмированной, но вы остаетесь личностями. Вот. Но при этом вы вместе, вы помогаете друг другу реализовывать потребности друг друга. Это любовь. Ребят, все ссылочки в описании. Девушка в описании, стрим-канал в описании. У нас 4 канала, все каналы в описании. Подпишитесь на телегу. Я в телегу скидываю ссылки со всех каналов. То есть интервью выходят на 2 каналах, стримы на 2 каналах выходят. Ребят, подпишитесь на телегу, пожалуйста. Мне же страшно. А тебе последний вопрос. Что ты ждешь от парня в сексе? Вот зачем тебе мужик в сексе? Что ты от него ждешь? Что ему там делать надо? Хуй. Хуй. Только хуй. Да. Если у тебя есть хуй, то уже все нормально. Не-не-не, если у моего партнера есть хуй, то уже все нормально. Что пожелаешь ребятам? Я пожелаю оргазмов, ребят. Всем пока-пока.